Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про то, как у меня впервые в жизни заказали картину. Мне написала девушка, сказала, что ей очень нравятся мои работы, и ей очень хотелось бы видеть на своей кухне сет из трех картин. Чтобы они были разные, но их что-то объединяло. Мы с ней договорились, что объединяющей вещью будет черный фон. Далее выбрали референсы, договорились о цене, и я создала для нее три чудесные картины. Сейчас вы наблюдаете процесс создания последней работы. Процесс написания двух других картин можете найти у меня в профиле. Я очень рада, что у меня сделали заказ, и неважно, что заказчица была моя тетя, картины я сделала ей на день рождения за 0 рублей. Как вам результат? А вот так они будут смотреться на стене.